Доброе утро. Вы смотрите рубрику «Капитал». Что нужно знать в первую очередь при оформлении ипотечной сделки? Юридическая безопасность заемщиков при заключении ипотечной сделки – дело рук самих заемщиков. Столкнуться с обманом, конечно, может любой, но чаще всего заемщики становятся жертвами собственной невнимательности или непросвещенности. Поэтому не помешает повторить нехитрые правила, которые помогут избежать неприятных и неожиданных последствий заключения ипотечной сделки. Итак, что нужно сделать прежде, чем заключать ипотечный договор? Договоритесь о встрече в офисе кредитной организации, чтобы осмотреться на местности, задать интересующие вопросы и понять уровень обслуживания клиентов. Будьте осторожными, внимательными и дотошными в ознакомлении с документами, схемами и условиями предоставления и возврата кредита, а также оформления и погашения залога. При ознакомлении с документами смело делайте их копии, фотографируйте их на камеру мобильного телефона, если копию сделать невозможно. Запросите заранее документы, которые имеют отношение к процедуре получения и обслуживания кредита, в особенности проекта документов, которые необходимо будет подписать. Это позволит вам внимательно все прочитать. Важно ознакомиться с полным текстом подписываемого документа, так как хитрые условия могут быть спрятаны в любом месте. Ни в коем случае не подписывайтесь на спешку. Документы требуют тишины и внимательного ознакомления, чтобы вам не говорили другие лица. Подписывайте только те документы, смысл которых вам понятен. Обращайтесь за помощью к ипотечным брокерам, юристам, риэлторам, если имеется такая возможность. Иногда привлечение юриста на подписание документов может спасти вашу недвижимость. Вы смотрели рубрику «Капитал». Хорошего утра и удачного дня!